5 декабря 2020 год, Харьков. Наконец-то. Безоблачная погода. И вот она, красавица Луна, встает из-за горизонта. Двадцать по Киеву, по-моему, сейчас. Сегодня видел даже на работе, правда, без фотоаппарата был. Уже очень близко находившиеся Юпитер и Сатурн. Ты смотри, какая красавица. Уже соскучился. Зато была Луна. Над горизонтом, конечно, теплые потоки воздуха. Не дают мне. Ну, где-то так. Сейчас еще. Ой, как мутненько все. Ну, низко над горизонтом. Как раз слои атмосферы. Земные. Хорошо. Ну хорошо, надеюсь, завтра сниму Юпитер и Сатурн. После заката солнца очень хорошо их видно на западе. Советую посмотреть это зрелище. 21 декабря будет максимальное сближение на небосводе. Последний раз такое было 800 лет назад, это, знаете, не все помнят. На фоне провода. -9, по-моему, сейчас в Харькове. Сейчас я рано. -5 показывает, ну. Это градусник на высотном доме. Ну, в общем, завтра попробую при морозе снять. Может, что-то и получится. Ну, хорошо. Пока все. 5 декабря 2020 год, Харьков.